Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Утром просыпаемся, приходим, хоп, пополнение. Сегодня 5 число, не, 5, это 5. Я в прошлом видео говорил, что в ближайшее время. Вот, наступило это время. Поросятки появились у нас. Поросилась сама свинка. Кормит, все. Первое кормление. Я так смотрел, порос прошел у нее. Не тяжело, ну, в плане того, что чувствует себя она неплохо. 8 поросяток появилось. Свинка у нас хорошая, безотказная, никогда никаких проблем не создает ни себе, ни хозяевам, да? Малыши достаточно крупные. Сейчас у нас 3 дня они посидят. На третий день будем их железить. В принципе, все отлично. Один он заснул, упал. Только хобот торчит. Зашли, место только повыкидывали. Хорошо, что не съела его. Как видите, не зря я полы обновлял. Чистенько у них, они все чистенькие. Сейчас на улице тепло, ночью градусов 10 тепла было. От пола вообще тепло идет. Они себя чувствуют очень хорошо. Не подавило никого. Ну, короче, свинка опытная у нас. Ничего ей учить ничему не надо. Делает все сама, как надо. Поэтому все очень хорошо. Мы сейчас уйдем, чтобы не будете и тревожить. У нас курорт здесь. Не то, что в этом сам. Слышь, смотришь, крики, вопли всегда. У нас тишина. Рядом мама ее сидит. Тихо сидит, похрюкивает тоже. Чтобы не спугнуть никого. У них как семейная идиллия, ёлки. Друг друга поддерживают постоянно. Я же говорю, это кормит, хрюкает и даже подхрюкивает. Уши уцы вперед и слушает, что там происходит. Не орет нигде ничего. Даже истинный просто. Все поросятки еще бачны, поприсасывались некоторые, некоторые глупые, не могут сиську найти. Ну, это первый день всегда у нас. Критичных, ну, поросят всегда критичных первых пару дней. 2-3 дня. Вообще самая критичная опорос, потому что она во время опороса свинка, ну, как бы находится в таком состоянии возбужденной. Может и вскочить, и что хочет, и упасть. А зато уже после она спокойно, он отсыпается, видно, ночью. Они ей жизни давали. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Пошли.